ощущение, не могу опираться на правую ногу. Доктор сделал укол, и он сказал, что это купирует боль, но не лечит, надо сделать рентген, посмотреть надо, что там случилось, я не знаю, нерв или что. В общем, сейчас ждем, когда врачи скажут, куда-то повезут или что. А так, уже левая нога уже совсем уже скоро обалдеет, отнимется, потому что весь вес у меня целый день на левой ноге. Будет самая большая нога, наверное.